Тюфсик сидит. Уже лежит. Зверюга моя. Сидит одна, сидит вторая. Ну что? Ну все, ты мой золотой. Скажи, я не совсем золотой, я полосатый. Я полосатый. Ой, я какой красивый. О, ты. Поза кота. Поза кота в йоге. Даже не собаки, а кота. Вот так, вот так, вот так. Это красавец. Красота новая. Привет. Привет, мой рыжий друг. Привет, привет, рыжий друг. Привет, привет. Привет. Тут на вас еще не подцепился никакой злодей. Ну что, как жизнь молодая, тёпся? Хорошо? Во. Мои злодеи приперли в дом птичку. Птичка живая. Вот она такая красивая-красивая. Я ее смогла поймать. Ну что, птичка, давай. Все, давай, лети. О! О-хо-хо-хо. Все, 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 полетело. Тюфсик, все, все, все. Слава тебе, яйца. Жива, я и успела выхватить. У этого засранца полосатого. Ту, не вот этого, а того, который рыжий. Ой, сплошные эти подарки. Как говорится, вы будете смеяться, но у нас пошел снег. Такой едва-едва заметный, но не знаю, видно, не видно. Но на чем бы тут, на более таком. О, падает что-то такое невнятно понятное. Ой, господи, какой у нас сегодня день. О, побежал мой. Ну что, ты на снег пошел? Сейчас засыпет. Будем тебя откапывать потом. В общем, не знаю. Что-то такое сыпется с неба непонятное. О, еще один. Ты моя рыжаморда. Ой. Побежал. Ну, сейчас начнется бойня. Ладно. Готовлю бигас. Сейчас пойду делать. Доделывать, вернее. Ой, поскакал. В общем, обжариваем все, что только можно найти в холодильнике из колбас, сосисок, немножко лука, или немножко лука, кому сколько, морковку, чуток, морковка, паприка, ну, в общем, короче, все, что под руку попадется, помидорки и капустку. Морковку кинула, сейчас все перемешаю, забомбила туда паприку. Вот такая красота. Кстати, чем больше разных колбас, сосисок, тем лучше получается. Вот, сейчас туда вкрашу вот этот самый острый перчик. Очень я люблю острый перчик с капусткой. Да, сейчас она немножко поработает, вживется. Вмешала туда немножечко капусточки и солила, потому что вся эта живность, ой, имею в виду колбаса всякая, она соленовата сама по себе, может, и не стоит потом. Такая красота, сейчас постоит, покормится. В общем, бигас у нас, как говорится, дома так делали. Все, что под руку попалось, все туда и легло. Единственное, как бы никто не ложил туда острого перца. Это уже мое, так сказать, нововведение, потому что очень я его люблю. И все, что с капустой, очень хорошо с красным перцем играет. Ну, ждем, пока тушится. Еще добавлю этого самого. Здесь у меня такое, в общем, помидорки. Вот они такие, собственно, с соком. Без шкурки, целиком. Это для кислинки. И добавлю еще этот самый
Это такой, в общем-то, концентрированный, он называется фонд, то есть как бы концентрированный куриный кубик. Но он не кубик, а желеобразный такой. Он дает такой насыщенный запах и вкус курицы. В общем, еще 10 минут, и все готово. Оставлю, так сказать, на пропитание любви друг к другу. О, красотень такая. Вкус уже самый натуральный, бигасный. Вот такая красота у меня получилась. О, порует. Там сосисочки всякие, немножечко сметанки туда забомбила. Ой, в общем, красоте невыносимая. В общем, и бекон тут. У меня и сосиски двух видов, которые лежат уже больше недели. Ой, в общем, и чоризо, и какие-то сервелат какой-то. Ну, в общем, все, что было в копченности, все туда ушло. В общем, как говорится, приятного аппетита мне. И не удавитесь слюной на той стороне экрана.